интересно. Зрители, потому что там сражались. Всем привет, меня зовут Сергей, я не спортсмен сейчас, но я являюсь поклонником футбольного клуба «Локомотив». Вы сегодня первый раз, может быть, за кулисы попали в наше зазеркалье телевизионное и, наверное, увидели параллель тоже с футболом абсолютно. Зачем? Там какой-то подсъем. Не знаю, ничего не слышала. Спроси сейчас. Ты выбираешь свою любимую программу, включаешь, и там все ладно и так далее. А здесь на самом деле сотни людей. Третий, быстро! Звук, техники, люди, которые придумывают весь там креатив, артисты, которые тренируются, репетируют, там ночами не спят. То есть это на самом деле адский труд. И физический, и моральный, для того, чтобы на экране все было просто, понятно. Самим мы просто не могли поступить. Но за всей этой простотой стоит большая работа. То же самое абсолютно и в футболе для меня, абсолютно прямая параллель. За этими игроками. Армия не только болельщиков, не только нас, людей, которые в них верят, а людей, которые их создают. Их тренеры, те люди, которые работают в команде внутри. Целый штат людей, которые занимаются и подбором игроков, и вплоть там базы, которые, на которых люди тренируются. Да вплоть до того, что шьют форму. Поэтому, ну не знаю, я пытаюсь как бы по-человечески все время понимать. Если не получилось, не бросаю болеть, а верю в то, что сейчас все наладится, будет лучше. Когда я, например, прихожу на игру «Локомотива», весь юмор заканчивается. Есть здесь и сейчас, есть родная команда, которая неважно, ну как, важно, что она занимает там 10-е место или 1-е. Но для меня накал в каждом матче. Где счастливы будут люди, кто поверит команду и пройдет с ней весь путь.